Вот нам, в принципе, принесли заказ. Мы заказали 2 чая. Я заказал себе зеленый. Братан заказал себе черный чай. Вот наш хлеб. Смотрите. Вот лепешка. И салат. Видите, да? Какой хороший салатик. Главное, что на этом салате есть оливка, которую я сейчас сразу же заберу большую. Вот, вот она одна здесь. Я только на оливку повелся. Я ее съедаю. Было много, я тебе показываю. Салат какой-то. Это божественно. Оливки — это бомба. Венич, ну как тебе, нравится? Конечно, хотелось бы мясо сначала. Мясо ждем. Мы к этому всему, вот к салату, к чаю, к хлебушку. Шашлычок заказали. Так что, шашлычок из баранины нам делают. А потом еще чаечек пьем. Ну и сейчас пока мы ждем, можно чайка попить. Зеленый чаек. Что это такое? Хлебожор. Пейте зеленый чаек, это просто бомба, я вам серьезно говорю. Зеленый чаек. Вообще круто.